20 малышей родились в Первоуральском перинатальном центре за прошлую неделю. На свет появились 9 мальчиков и 11 девочек. Поздравляем счастливых родителей и малышам желаем здоровья. В регион поступили вакцины против коклюша, дифтерии, столбняка, гепатита Б, краснухи и многих других, которые используют для прививок, включенных в национальный календарь. Для хранения вакцин созданы все необходимые условия, сообщают в Минздраве области. Сотрудники ГИБДД в Первоуральске проверят автобусы. С 28 по 30 марта автоинспекторы будут обращать особое внимание на техническое состояние пассажирского транспорта. Следить, соблюдают ли водители правила дорожного движения и обеспечивают ли безопасность пассажиров. Первоуралец убил жену и спрятал тело в болоте. Об этом сообщили в прокуратуре Свердловской области. Преступление произошло в июле прошлого года в селе Битимка. Во время пьяной ссоры мужчина зарезал жену, а позже спрятал труп в болоте. Сейчас первоуральцу грозит до 15 лет лишения свободы.